Друзья мои, мы находимся на нашем очередном объекте, где мы устанавливали тепловой насос. Вот прошел уже порядка, наверное, месяца, как тепловой насос уже стоит и работает, бассейн можете тоже посмотреть. И вот человек, зовут его Павел, это непосредственно тот человек, который заказывал у нас тепловой насос. Ну и сейчас мы просто хотим получить от него обратную связь и рассказать, доволен, недоволен. Добрый день. Ну, что могу сказать? Я доволен. Работает круто. Мы первый день, когда установили, я вообще удивился, что мы за ночь, мы нагнали за 12 часов 13 градусов. Да, ну... Да, то есть это как бы такая история, которая прям удивила, потому что, ну, до этого я пытался разные другие схемы, но там такого не было. Ну, вы рассказывали, вы пытались и дровами утопить, да? Ну, это была такая история, меня долго все дома ругали за это. Я собрал котел, мне его сварили, привезли там машину дров, газель, спалили, на 2 градуса подняли вот. И забыли эту историю. Смотрите, что сейчас происходит. Месяц попользовались, настроил дистанционное управление. Фишка какая, я подключил, но он почему-то через 3 дня у меня по Wi-Fi только сопряжение все сделал. То есть он постоянно искал, то есть, ну, я посмотрел везде, как бы, ну, говорит, нормальное явление. Это из-за чего? У меня скоростной интернет. Да. А, который там на 2.4 нужно. 2.4 нужно, да. А там же в инструкции, да, там 2.4. Я плюнул, думаю, все, не получится, Wi-Fi не будет. 3 дня проходит, смотрю, он подключенный у меня. То есть, ну, вот это удивило. И, ну, управление удобно. Кнопку нажал, включил, кнопку нажал, выключил. Все, то есть установили его тоже, по сути, за 1.5 часа. То есть, как бы, ребята приехали, подключили трубы, вы только привезли, и, ну, самостоятельно даже, я думаю, любой человек может его установить. Ну, я говорю, да, я всем говорю нашим заказчикам, если у вас есть руки, и вы умеете читать инструкцию, то, в принципе, здесь несложно. Все это дело можно собрать, не скажу, что на коленках, но собрать, да, и, пожалуйста, и пользоваться уже теплым бассейном. Вчера разговаривал с человеком, кстати. Вот, заезжал к нему, бассейн, у него больше, чем у меня 5x3, 20 кубов, у него 8x4. Он отапливается через газголдер. Мы делали такие тестовые, но у меня на общее было, я отдельно не выводил, как бы, электроэнергию. У человека 26 тысяч он потратил за месяц на 26 газ. 26, да. Мы, когда, вот, общее по дому, у меня первые, мы что-то 10 или 2 недели, но здесь у меня котлы отопления еще в доме работали, у меня за 2 недели по электроэнергии получилось 6 тысяч. И мы вот его отдельно уже вывели, потом, чтобы прям для себя просто засечь, сколько он будет у нас кушать. Ну, пока вот эти цифры не скажу. Но, ну, думаю, немного будет. Немного, да, потому что мы, в принципе, считаем, что у нас за год оно примерно выходит в цифры, наверное, но если мы берем сезон 6 месяцев, то за год у нас примерно выходит, наверное, порядка 20, наверное, тысяч вот на бассейн. 20. Ну, да, вот я через год скажу, сколько у меня вышло. Так что так-то. Павел, ну, спасибо вам, пожалуйста. Ой, спасибо вам за обратную связь.